Здрасте. Глава Пушкинского Максим Красноцветов встречается с участниками клуба «Активное долголетие». Мероприятие посвятили Международному дню пожилого человека. Звучат не только поздравительные слова. В качестве подарков – необходимый спортивный инвентарь, в частности, рюкзаки и палки для скандинавской ходьбы. Вы же все знаете, мы же люди опытные, что движение – это жизнь. Да. Движение – жизнь. Надо ходить, надо что-то делать. Надо быть всегда активным, потому что только двигаясь, мы, во-первых, позитивны, мы идем вперед, мы показываем хороший пример, мы заряжаем всех окружающих хорошей энергией. Неформальная встреча проходит в формате чаепития. Некоторые угощения приготовили сами участницы клуба. Диалог насыщенный, поднимаются вопросы простого и сложного характера. Например, касаемо благоустройства отопительного периода, содержания дорог и дворов. Благодарят главу и за содействие в решении возникающих проблем. Обращалась я с просьбой, чтобы закрыли инвестиционный проезд нашего дома. Открыли мы 2 года месяца. Люди не могли выйти на улицу, не могли дышать. Это было так опасно все. И вот, вы знаете, решился вопрос с вашим участием. У нас теперь перекрыли его. У нас теперь люди спят ночью спокойно, бабушки сидят, дышат воздухом. Встреча проходит в Красноармейске, и некоторые из участниц клуба – коренные жители города, как, например, Наталья Метелкина. Среди ее многочисленных активностей и хобби отдельное место занимает хореография. Самому старшему мужчине в ее группе – 90 лет. Мне понравилась встреча с главой. Вот лично мне, я думаю, всем присутствующим, кто сегодня были, понравилось. Очень интересно было послушать Максима Валерьевича. Знаете, такой вот… Хорошее создалось впечатление вот от этой встречи и вообще как от хорошего человека, как от главы нашего городского округа Пушкинский. Участники стола общаются и на более отвлеченные темы, например, делятся своими увлечениями, рассказывают о любимом хобби. Диалог неформальный, а атмосфера уютная. Это та категория людей, которая, наверное, чуть больше знает, чуть больше видит, которой нужно уделять больше внимания, которой нужно прислушиваться. Отдельные правильные советы, которые они сегодня нам высказали, и те пожелания, которые сегодня нам пожелали, безусловно, будут реализованы в ближайшее время. Проект «Активное долголетие» в Пушкинском интенсивно развивается. В его рамках участники могут развить свой творческий и спортивный потенциал, а также изучить что-то новое. Всего в округе проживает порядка 52 тысяч людей серебряного возраста. Иван Чинаев, Александр Корнеев, Анна Белова. Новости Большого округа.